Все как надо. Цвет серебристого кузова меняют на камуфляж. Теперь отечественная Нива готова к отправке на Донбасс. 80 лошадиных сил, высокий клиренс и практически повсеместная проходимость. То, что нужно бойцам СВО. Самые стойкие машины Нива – это производство России. В одну из поездок на Донбасс, вспоминает Артур Каримов, к нему обратились солдаты с просьбой предоставить дополнительный транспорт. Вернувшись в Химки, депутат кинул клич местным предпринимателям. Наши предприниматели изъявили большое желание помочь организовать сборы средств, а также некоторые из предпринимателей помогали выбирать этот автомобиль. Узнав о том, что на Донбасс отправят новую машину, химчане решили заполнить салон очередной партией гуманитарной помощи – тактическими аптечками, одеждой, медикаментами и продуктами с длительным сроком годности. В сборе груза участвовали и активисты партии «Единая Россия». Совместными усилиями удалось собрать 1,5 тонны. С 2022 года в зону специальной военной операции от городского округа Химки было отправлено более 140 тонн гуманитарного груза. Несмотря на то, что сейчас у российских военных всего в достатке, им продолжают помогать люди со всей страны. Сборы гуманитарной помощи не прекращаются. Нина Липанова, Вильфред Дембковский, новости Химки ТВ.